У нас такой наплыв, аншлаг, что, честно говоря, очень приятно отметить. С другой стороны, сама еще не успела проголосовать, потому что просто некогда обойти. Вот отойти хочется, чтобы было, чтобы максимально комфортно граждане наши проголосовали. Очень много заявок на дому. У нас уже группа вот пошла с утра для того, чтобы граждане могли дома проголосовать. Заявки продолжают поступать. Это очень приятно. Вот приятно видеть, насколько мы все сплоченные. Около 400 человек проголосовало только за первый час. И сейчас желающие не уменьшаются. То есть буквально бывает вот несколько, чуть-чуть, буквально несколько минут перерыв, и снова люди приходят. Как только мы узнали об этом проекте, мы сразу распределились, кто какую наклейку находит. Кроме этого, мы еще готовим и сообщение о каждом из объектов, которые предлагаются на данной карте. Эти сообщения мы потом будем использовать, во-первых, для будущих первоклассников. Они остаются в классе как общий проект «Любимые места города Череповца». Кроме этого, мы играем в игру «Что, где, когда» и детям задаем вопросы. Таким образом, они готовятся именно вот к этим играм.